кругом леса, поля и реки, раздолье, русская душа. Люблю тебя, моя Россия, за ясный свет твоих очей, за ум, за подвиги святые, за голос, звонкий, как ручей. Люблю, всем сердцем понимаю, с тебей таинственную грусть. Люблю все то, что называют одним широким словом Русь. Региональное отделение Общероссийского народного фронта устроило в честь Дня России, который стал символом всей многовековой истории нашей отчизны, незабываемый праздник для детворы и сотрудников детского оздоровительного лагеря «Колосок» в Новоусманском муниципальном районе Воронежской области. Праздничная программа очень быстро выплеснулась на лагерной спортивной площадке, где развернулось большое шоу «Веселые старты». Мы сегодня с детишками из лагеря «Колос», «Колосок» отмечаем праздник совместно с Общероссийским народным фронтом «День России». Важно, что вот любовь к своей стране, любовь к своему государству, той земле, на которой ты живешь, большой и малой родине, закладывается именно в этом возрасте сейчас. И то, что детишки летом не просто гуляют во дворе, а здесь с ними работают вожатые, мы здесь с ними сегодня отмечаем этот праздник, они еще раз пропускают этот праздник через себя, это важно, потому что именно в этом возрасте закладывается любовь к своей родине. Лагерная смена «Колоска» получила в подарок от воронежских представителей Общероссийского народного фронта спортивный инвентарь. Как вам тут отдыхается? Вообще, знаете же такой праздник «День России»? Да, мы знаем этот праздник. А что насчет отдыха? Здесь вкусно отлично, кормят, да. Все отлично, добрые вожатые. Скажи, как вот соревнования прошли? Тяжело вам было, не тяжело, весело? Ну, очень весело, конечно, побольше таких соревнований. Ну, вообще прошло все отлично, победила дружба, никто не расстроился, все хорошо.
поддержу Родиона. Все получили свою массу удовольствия. Было весело. Мне понравилось. Побольше бы таких соревнований. Как вам такой праздник, который устроил Общероссийский народный фронт? Праздник очень хорошие соревнования, все получили массу удовольствия, всем было весело. Были разные соревнования, творческие, спортивные. Победила дружба, никто не расстроился, это очень хорошо. А какой вот конкурс, вот тебе какой конкурс больше понравился? Где надо слона нарисовать. А тебе? Мне понравилось, где воду переносили в чашечках, в ложечках, в стакан. Вы часто отдыхаете в лагерях? Вы первый раз здесь или уже были? Я здесь не первый раз, где-то я много здесь раз была. И каждый раз разные мероприятия, очень веселые, очень хорошие. Всегда педотряд задорный, никогда не бывает такого, чтобы встали вожатые, и все унылые, все зажигают, пытаются сделать, чтобы детям было комфортно, весело, очень хороший лагерь.